Вот как надо на велосипеде ездить. Он настолько на такой скорости пронесся сейчас мимо нас, что я даже не успел эту камеру вытащить. Смотри, как он. Он оттуда выехал, вон того сверху. И такой просто на скорости вот тут вот развернулся. Притом так это все грамотно сделал, видать, уже лет 500, наверное, с этого велосипеда не слазит. Он уже прирос к нему. Колеса. Да-да-да. Но он сам. Палец. Он профессор, он профессионал. Профессор. В очках. В толстых в очках, костюмчики дряхло. Он профессионал, у него все обтягивающее, как у этого было. Космического корабля какого-то. Как у. Да, здесь нам придется подниматься, наверное, все-таки. Как этот профессор, мы не сможем. Так, пока все, друзья. Смотрите, Анзор ТВ. Сейчас попробуем, конечно, подняться здесь. Что из-за этого получится? Не знаю. У нас 1000 скоростей есть. Надо разные скорости переключать. Нам сказал наш учитель по вождению. Вот. Сейчас мы попробуем их переключать. Ой-ой-ой. Так. Скорости переключили. Переключили скорости, переключили. На переключенных скоростях едем. О, красота. Нелегкое это занятие ездить на велосипеде. При том, у которого очень много разных скоростей надо переключать. Так, вроде забрались на эту горку. Здесь уже трасса идет. Ой, да уж. Велосипед, конечно, это мощь. Я теперь понимаю, почему у них эти ноги, у этих велосипедистов. Здорово. Что? Ну чё? Жестковато. А? Жестковато. Ой. Так, там какая-то трасса уже идет у нас. Нам вообще-то надо было, точнее, не то, что надо было, на эту красную гору. Но я так понимаю, что мы вообще не туда прибыли. Не в ту сторону. Тут еще есть внутренняя дорога, вон, видишь? Идет, может, по внутренней даже, может. Можно будет поехать. Вот здесь она, кажется, начинается. Сейчас посмотрим. Но по этой внутренней дороге точно придется идти. А, нет. Это вообще не то. Или вон туда. Так, ладно, друзья, пока все. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся в Испании, на Канарах. Так, пойдем.